Ну, вторая сторона вообще смачнее. Там начало смачнее. Не сомневался никто, что это море. Сейчас мы снимем теплоход. Моста отсюда не видно. Но это вот бухта Золотой Рог. Обезьянам это нахер не нужно. А это город Владивосток. Святый. Владика есть свой особый шик, но в то же время есть и то, в чем он не изменился. Это вот этот свинарник и грязь. Этим Владик можно отличить от любого другого города России, наверное. То есть приморский такой специфический шик, красиво все. И в то же время зачуханство, угольная пыль, земля неубранность. Ну как бы визитка. Сочетается несочетаемым. Мост этот, на который грохали кучу денег и времени. Ну, сейчас ждем человека, который нас встречает. Подзабыл я немножко. Город этот, в котором не был 5 лет. Самого до краешка Союза. И я кидаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну тут бухта Золотой Рог, но тем не менее для кого-то это тоже очень далеко. Владивостокский фуникулер по-прежнему работает. А вон далеко мост на остров Русский Второй. К вопросу о том, чем занимается Юрич Кунаширский. Кто-то там спрашивал, что не спился или я не покончил жизнь самоубийством. Я вам скажу, ребята, вы дождетесь. Вот, консультируем моего друга о том, как это великолепие подключить.
Ну, тут можно много как бы спорить. Кто держал такое в руках? Ребят, вы тут теоретики, вы такого в руках не держали. Не видели, не слышали, как оно играет. Ну, я, конечно, перед вами преклоняюсь, но для меня вы ничего не значите с вашими теориями, где 5000 дураков собираются, обсуждают то, что не держали, с чем не работали. А я вот с этим живу, занимаюсь, как говорится, и разбираюсь. Поэтому мое слово против вашего, как ваши пули из говна, мне абсолютно по барабану. Вот такие вот дела. $2000-3000 и
иголку за 4000 долларов. Разница будет настолько минимальна, что ее еще услышать надо эту разницу. Типа не там ищем. Я тут, конечно, разумею. Ну, соберу когда-нибудь, видишь? Soldier of freedom in the army of a man. We got a chosen in the partisan. Well, the cause is noble and the cause it is just. We are ready to pay with our lives if we know. Moving right across the room. We'll be right back.